Наша компания принимает участие в выставке майнинг горного дела уже второй раз. Мы участвовали первый раз пару лет назад. Выставка прошла очень эффективно. И мы приняли решение участвовать с более большим стендом, чтобы показать на российском рынке наши возможности, то оборудование, те услуги, которые мы можем предложить компаниям в горном секторе. Мы занимаемся проектированием, производством оборудования для горного сектора. Это может быть шильное оборудование, это может быть оборудование кальцинации и другое оборудование. Конечно же, участие в выставке для нас очень важно, потому что выставка – это возможность провести необходимые переговоры и найти новые контакты новых заказчиков. И, конечно же, выставка является очень хорошим способом нахождения необходимых контактов партнеров, потому что горный сектор – это комплексная реализация проектов, объектов, и мы здесь сможем найти те компании, с которыми мы могли бы совместно работать в том или ином проекте. И самый большой плюс – это, конечно же, живое общение всех нас, участников и посетителей этой выставки, потому что ничто не заменит живое общение. Большое спасибо организаторам выставки за приглашение участия в этой выставке еще раз, и мы с удовольствием будем участвовать в последующие годы выставки.